Раз в год друзья приходят из DMV, местного ГАИ, как бы, да, приходит такой квиточек, и на нем вот это отлипает. Его можно вот сюда отлипнуть. Такой стикер, который прикрепляется на номер автомобиля. Сейчас мы сделаем. Вот вы видите мой автомобиль, и вот сзади, вот там желтенькое пятнышко, давайте я сейчас так наведу, в правом верхнем углу, видите, вот там желтенький такой ярлычок, и на нем написано вот 2015. А мы сейчас приделаем 2016 на это же самое место. Вот я отодрал стикер от бумажки, к которой он был приклеен. И сейчас мы его вот так простым действием сюда приложим. Я, к сожалению, одной рукой это делаю, но ничего, справимся. Вот. И так вот он тут у нас и приклеился намертво. Это фольга такая, это не бумажка, это фольга. Он вечный, этот стикер. Вот. Если вы будете смотреть на любой автомобиль, когда мы едем, я сзади показываю... Там видно номерной знак. Вот смотрите, в правом верхнем углу вы будете теперь видеть вот эти вот стикерочки. Если такого нет, вас останавливает полиция, или если он просроченный, и даст штраф вам. Но, правда, есть возможность еще пойти и в течение там какого-то времени принести им этот стикер, показать, что он у вас есть, приделать обратно и как бы ликвидировать проблему. В этом смысле вас отпустят и не будут вас обижать. Но, в общем-то, это... говорит о том, что вы заплатили налог ежегодный на то, что у вас есть автомобиль. Так называемую дорожную пошлину. Если я ничего не путаю, то так.